Главный врач Кировской стоматологической поликлиники Ирина Халявина вошла в число победителей всероссийского конкурса «Женщина-лидер 21 век». В этом году за звание лучшего руководителя боролись 56 участниц из 17 регионов. Почему одной из лучших стала кировчанка? В нашем следующем сюжете. Самых юных пациентов стоматологической поликлиники обязательно научат чистить зубы. По наблюдениям врачей, лишь небольшой процент кировчан умеет это делать правильно. Ошибки, которые закрепились в детстве, остаются потом на всю жизнь. Переучиваться всегда трудно. Поэтому и решили здесь присоединиться к социально-образовательному проекту для школьников «Ее Величество зубная щетка». Мы решили у коллег из города Орла взять программу. Она у них работает 10 лет. И вы знаете, уровень заболеваемости кариесом у них уменьшился почти на 50%. Тут у них есть статистические данные. Поэтому мы решили, мы примерно похожи по количеству населения, примерно по содержанию фтора в питьевой воде. Для жителей области уже давно стали привычными десанты здоровья. Стоматологический в этом году посетит 17 районов. Пусть мы приезжаем раз в год на какую-то недельку, может полторы, но зато очень плотная запись у врачей. Пациенты очень благодарны, они действительно искренне рады нашим врачам. И это вот по тем словам добрым, которые пишутся на сайт, на сайте департамента здравоохранения, это очень дорого. На всероссийский конкурс «Женщина-лидер 21 век» Ирина Халявина представила работу об экономической состоятельности своего учреждения. Обзорный отчет о ресурсах стоматологической поликлиники готовили в течение полугода. Рассказали и о подготовке кадров, и об участии в реализации социальных программ, благотворительной деятельности. Таким образом, мы свое здравоохранение, здравоохранение Вятского края можем показать и представить на российском уровне. Тем более, есть что показать. И то, что победа, это, конечно, и почетно, и ответственно, потому что на следующие годы нужно будет достойно нам нести вот это почетное звание, быть лидером среди медицинских учреждений всей России. А в стоматологической поликлинике уже начали готовиться к проведению нового конкурса профмастерства. Он пройдет в октябре, и за звание лучшего будут бороться зубные техники. Валентина Палкина, Максим Козлов, Вести, Киров.